Друзья, всем привет! Когда мы начинаем какое-то новое дело, бизнес, всегда очень тяжело сдвинуться с мертвой точки. Нужно приложить очень много усилий. Вот сейчас я попробую вот этот вот сток сена сдвинуть с места. Получится у меня у одной или нет? Смотрите. Раз, два, три. Вроде какие-то движения есть, но, блин, не идет. Надо звать на помощь партнеров. Один в сетевом, ты... не воин, как говорится. Лена, идем на помощь. Слушай, есть интересная идея сдвинуть вот этот сток сена. Поможешь? Как думаешь, справимся вместе? Ну, вместе однозначно справимся. Давай попробуем. Давай. Раз, два, три. О, пошло! Ну, еще. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Слушай, уже легче идет, но я думаю, что если мы еще кого-нибудь позовем, нам станет гораздо легче. У тебя есть кого позвать? Давай моего партнера. Давай. Вера! Вер, привет. Слушай, у нас тут идея есть. Сдвинуть этот сток сена. Одна я пробовала, не получилось, вдвоем легче. Втроем справимся? Конечно. Давайте, девочки. И раз, два, три взяли и покатили, покатили, покатили. Вы справитесь без меня. Смотрите, круто, как бизнес работает. Сначала нужно сделать усилия, позвать единомышленников, а потом бизнес начинает уже работать без своего участия. Вот так все просто. Не усложняйте сетевой бизнес. Просто делитесь идеей, заражайте их людей, и все у вас получится. Часто в бизнесе, когда вы пытаетесь, да, начать новое дело, вас не поддерживают родственники, вас не поддерживает супруг. Знаете, самое правильное сделать это, нужно просто позвать на помощь. Итак, в ход идет тяжелая артиллерия. О, видите, какой помощник мужчина может быть в вашем бизнесе? Мужчина сила, мужчина огонь. И самый правильный, самый точный, самый быстрый вариант – это когда вы бизнес делаете вместе, семейный бизнес. Сила на силу, мощь на мощь. 1 + 1 равно не 2, равно 11. С вами была Олеся Селезнева. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Если ты хочешь быть в курсе новых интересных видео, нажми на колокольчик. Всем пока-пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.